Здрасте. Они ждали. Всем привет, дорогие зрители. С вами Убаракуда. Да, это я. Дизонорд. Внезапно. Еще раз всем привет. Да, извините, у меня тут Twitch включился. Всегда предварительно перед этим проверила вкладки. Ага, везде выключен звук. Включая стрим. Смотрю, где-то еще играет. Смотрю, блин, Twitch. Вот как? Я ж его выключила. А зашел в стрим, и он снова врубил звук почему-то, не знаю почему. Вот. Я еще тут вспомнил одну штуку. Недавно у Корон вышла песня и клип. Песня, в принципе, неплохая, но в таком узнаваемом корновском стиле. А вот клип кое-что навеял. Какие-то такие похожие ассоциации. Я сейчас скину в чатике. И заодно еще раз проверю их. И заодно поздороваюсь с чудесным, прекрасным, замечательным, выражительным, начитанным и космическим Малефом. Да, привет. Очень было приятно тебя слушать. Вот, и наблюдать. Также привет, Джей Джей. Вот, недавний, но очень преданный зритель, что очень радует. Привет, пижама. Сложно смотреть из ванны. Ну, ванна-то она не навсегда. Я, конечно, сама люблю там позалипать. Иногда даже на длительное время, но тем не менее, когда-то надо будет из нее вылезать. Вот. Еще извините, что я буду бряться тут чаем, потому что немножко холодновато и как бы... Вы сами понимаете, я уже сегодня говорила, очень сильный ветер, а когда очень сильный ветер, в комнате ощутимо холоднее. Несмотря на все, как сказать, ухищрения. Так что чайком буду греться еще. Писать неудобно. А. Ну да, сложно. Ладно, еще раз всем привет, здрасте, кто пришел... Очень рада, молодцы, привет, здрасте, да. Кто не пришел, приходите, как обычно. Вот. Ну что, начинаем? Я вроде бы ничего не забыла. Вот. Опачки. Работает. Продолжаем. Вы не поверите, но я прошла миссию, вот где надо было прийти на маскарад к Ледям Бойл. Да, их было несколько. В общем, решить всякие проблемы. И не поверите, у меня... Я прошла это без обнаружения, или как это там называется. Хотя я, по-моему, перепробовала все, что возможно на этом уровне. Вот. И у меня ачивка теперь есть призрак. Хотя бы в одном месте это так и есть. Вот. А если бы я еще и в дуэли бы не выстрелила, то было бы и без убийств. Но я что-то не подумала об этом, что мне зачтется как убийство. Ну, короче, немножко провафлила. Смотря сегодня записи угарно было. Так я там наконец-то нормально походить, поговорить можно. Взять этот стаканчик шардоне, закусить всем подряд со стола. Да, в общем, я это выполнила и вот вернулась обратно. Вот только-только приплыла. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно, и все прочее. О чем мне говорят? А, к Пендлтону. Замечательно, я бы сходил к Пендлтону. А то Пендлтон, по-моему, совсем уже Пендлтон. Если вдруг кто не знает, в прошлый раз, перед тем, как отправиться на задание, он ко мне подходит такой, знаете, там на... Игру погромче. Просто я сама от игры немножко глохну. Ну ладно. Я хотела, наоборот, ее сделать потише. Ну, сейчас, секунду. Я надеюсь, я исправила.
В ВБС тогда я сделал в ВБС. Ну, просто я сейчас, когда разговаривала, я думала, что наоборот меня из-за игры не слышно. Ну, в общем, я надеюсь, сейчас скажете мне, как. Удалось, не удалось. Севор на Гудгейме. Привет, здравствуй, да, всем привет. В общем, этот Пендлтон дает мне записочку и говорит, там чувак будет нам ускорять, ты передай ему. Я передаю записочки, и этот чувак такой, ах, это, трус и подлец. Ну, короче, раз ты пришел, давай с тобой стреляться. Я так, а, чё, как? Ну, то есть, нормально? Нормально вообще? А, тут какая-то записочка, кстати. Enjoyed the Boyle's hospitality. Да, вообще понравилось. Milton is anxious to see you. I think he is taking his morning refreshment. Тебя такой микрофон не ахти, что я подумал, что ты маленький школьник. А у меня нет никакого микрофона, я говорю в банку. И ты меня раскусил, я маленький школьник трап, как тут уже неоднократно меня раскусывали. Как это странно прозвучало. В общем, ну вы поняли. Записка подсыльного. Человек в маске. Это записка для вас. Ваши действия не остались незамеченными. Рядом с кроватью вы найдете записку, небольшой подарок. Скромный лакей. Ничего себе. Ничего себе, я надеюсь, там не коробочка с цианидом. Маленькая школьница. Нет, именно школьник трап. Меня человек под ником Лиховский раскусил. И, как сказать, доказательства этого раскуса вы можете наблюдать на СКДВ ТВ под стримом в комментариях. В общем, об чем я? Мне кажется, сердце стучало. How are you doing? I'm fine. Thank you. Кстати, а что ты думаешь об Уоллесе? Ты про кого вообще? Хаваю? Да хаваю, хаваю. Не голодаю. Значит, вот мне что оставили. Я думал, мне показалось, что сердце стукнуло. Самуэль, как ты там? London is the capital of Great Britain. Yes. I have a big family. Ну да уж. А чё читаешь? Ай, блин. Не, серьезно, что читаешь? Я уверен, что это можно прочитать. Но, может быть, я, конечно, уберу нож. Ты мне даже мне не дает почитать. Corvo. Emily's hiding again. It started as a game, but it's turned into her way of teasing. А, вот как. You see her, will you send her back to me? It's time for her studies. Поискать Эмили, отлично. Я себя в этом. Я себя в этом месте хоть как-то более-менее безопасно чувствую, то есть могу нормально походить там, пошутить. А когда на задании, я стремаюсь, особенно если я нахожусь внизу. Как в Assassin's Creed. Если я на крыше, я знаю, что меня, в принципе, особо не запалят. Кстати, а что про тебя сердце еще скажет, мне прям интересно. Клево. Мне нравится, что у него, ну, вообще стильные тут чуваки. Твидовые штанишки, такие ботинки, куртка, такие баки. Ну, то есть, типа, он простой человек, но он, блин, безумно стильный. Я вот тащусь по стилю, мне тут так все нравится. А, я еще поняла, почему я вот недавно, пару дней назад поняла, что мне Дизорн нравится больше, чем Ведьмак. Хотя Ведьмак мне очень сильно нравится, но мне Дизорн еще больше нравится. Так. А, Север спрашивает, сколько тебе лет, юный PewDiePie?
Ну, как сказать? Сердечко-то сверху, да-да-да. Ну, мне... А сколько мне, серьезно? Какой сейчас будет? Так, мне 23, вот. А почему я так затрудняюсь? Потому что я не знаю, по каким причинам мне всегда кажется, что мне 16. Не знаю. По голове сильно стукнули в эти годы, не знаю. В общем, как-то застопорилось. Ну, плюс еще люди часто говорят, мелкая, мелкая. Школьник, школьник. Вот как бы я теперь сама уже... я же школьник. Так, я надеюсь, меня там никто по башке не огреет, а то я, блин, знаю вас. Кстати, что, Эмили найти, да? О, дротики. Отлично. Записка от Пьеро. Корво, благодарю за живого плакальщика. Мой старый друг из Академии естественных наук будет в восторге. Добыть живого носителя чумы – редкая удача. Уверяю вас, что он проявит всевозможное человеколюбие. Пьеро, ух ты, надо же. Ага, он мне сцепляющими дротиками прикрепил. Прикольно. Но останется еще один запас. Офигеть, анонимная записка. Кто бы вы ни были, я хочу поблагодарить вас за то, что пощадили хотя бы часть моей семьи. У всех есть враги, особенно у нас, женщин семьи Бойл. В некотором смысле вы оказали мне услугу, так что я хочу наградить вас. Передаю это через своих слуг и дальше по цепочке к вашим людям. Надеюсь, впредь наши пути никогда не пересекутся. Ничего себе! Так, сейчас, секундочку, поправлю себе чатик. Вот. Вечно молодой, да. Не мелкой, а маленькой и милой. Именно. Вот. Раз уж я особо сильно не выросла ни душой, ни телом, то уж... Чтоб не извлечь из этого какие-то, я не знаю, плюсы. Джи-джи, это не то, что ленивый, просто это ж ничего особого не решает. Вот. Короче, надо же. Круто. Целая руна. Это очень клёво. А, ладно. Так, теперь бы нам Эмили найти. Кстати, что у нас там с рунами? У меня 7 рун? Серьезно? А нужно 8. Ну еще, ну еще чуть-чуть. Любопытство? Так ты ленивый или любопытный? Потому что одно пресекает другое. Так. Вот, в принципе, то есть я убийство не помышляю, то есть прохожу, типа, как-то все-таки по стелсу. То есть я могла бы смертельную тень не брать. Ну, потому что тут после смерти... А, в принципе, ладно, что уж взяла, так взяла. Порыв ветра, в принципе, тоже интересная штука. Мне кто-то говорил, что... Типа, вселение не так уж и важно. Но все-таки изгиб времени. Вот мне бы хотелось изгиб времени. Блин, я видел того чувака, клево он досмотрелся. Это просто... Это парень просто создан для этой игры. На пиратке или на лицензии? Лицензия в Стиме. Правда, к сожалению, после этой лицензии, я когда заканчиваю играть, включаю игру. Точнее, нет, не в это время. Когда я запускаю игру, у меня пропадает раскладка. Я могу писать только, ну, только на одном языке. А, чтобы это вернуть, приходится перезагружать комп. И очень странно, что этого никак не пофиксили. Враги иногда промахиваются, стреляя из пистолетов. Хм. Буквально за полчаса по части. Да, я сама была офигевшая. Ну, в принципе, я же по стелсу, так что они в меня типа даже не стреляют. Короче, нужна еще одна руна. Еще одна руна для остановки времени. Так, не забыть, что у меня тут еще один дротик.
Да, для тех, кто не знает, я прохожу медленно, иногда туплю, потому что это я. Вот, я бы с радостью проходила это клево, динамично, какими-нибудь интересными способами. Вот, но, увы, это я. Она сказала, любовь моя? Думал, такой глюк с раскладкой только на пиратке. Ну, то есть жаль. Ну, жаль, что так. Не то чтобы это сильно мешало, но это все-таки мешает. Блин, прикольные сумочки. Ладно. Есть что интересное? Нет. Часто стримите? Я так понимаю, ты спрашиваешь о частоте стримов. Когда как? Просто, так сказать, время такое, дела домашние, дела всякие, личные, то есть, ну, к сожалению, у меня нету средств на хорошее оборудование, так что пока что так. Но в последнее время я почти каждый день стримлю. Вот. Но иногда бывает затишье. Ладно, я с ней просто поговорю. Да уж. Кто-то говорил, что мне понравится эта миссия. Мне действительно понравилось, потому что это интересно. То есть ходишь в маске, все такие, о, у вас такой классный костюм. Там с гостями общаешься. Не, Малев, у меня лицензия. Я ж в Стиме купила давно игру, у меня до нее все никак руки не доходили. Я на какой-то распродаже взяла с небольшой скидкой. Пати for everybody. Сорян, да не, ничего страшного. Просто JJ сказал, что и на пиратке, и получается, и в лицензии такая проблема с раскладкой. Это, кстати, очень странно. Я пыталась нагуглить, то есть, почему это так. Но я нашла только, типа, вот решение проблемы, и это вот перезагрузка. А вот сама причина, почему так происходит, непонятно. Это новая книга? Схема. Башня, да, ну. Да, Север сказал, Джей Джей тоже сказал. О, голоса Пендлтон. Хэблок, примите мои поздравления, лорд Реген вне себя от ярости. Его не поддержали в парламенте. Он надеялся на поддержку семейства Пендлтон и не ждал сопротивления. Но, как вы и предполагали, без поддержки Пендлтонов его положение резко усложнилось. Его бюджет на оборону также не был утвержден, и посему он испытывает недостаток средств. Полагаю, деньги на содержание городской стражи он получает от какого-то близкого друга. Мы подозреваем, что этот неведомый благодетель – влиятельная дама, возможно, его любовница. Я постараюсь выяснить это. Ясно одно, если стража не получит плату, деньгами эликсиром, она не станет хранить верность присяге. Ваш друг в стане врага. О-о-о. Во второй части прикольно, что можно призывать ассасина. В смысле, я, кстати, все никак не посмотрю насчет второго Дизонорда. То есть второй Дизонорд, там можно призывать ассасина, да? Есть игра со зрителями. Ну, то есть я и чудесно очаровательный Малиш, и вместе мы вставляем команду ТПП закрыл. Вот. И да, иногда играли с нашими преданными старыми зрителями. Играли в Диабло, играли в Borderlands. Как-то Малиф играл в Dawn Stars. В принципе, у меня тоже есть. Уже вышел второй Dishonored? Вот я ушел по окна. Не, как я сегодня сказала? Слоупоктит. Так, стоп. Так, сталактит.
Слоупоктит. Вот я слоупоктит. Антон Анимов, привет, здравствуй, доброй ночи, добро пожаловать. Что за игра? Это Dishonored. Dishonored. Обесчищенный. Суть в чем? Мы, телохранители императрицы, вернулись к ней с задания, хотели, ну, нам поручили разыскать лекарство от чумы. Мы вернулись, пришли к императрице, даем ей, значит, это письмецо. Она ее читает, вдруг налетают всякие чуваки, мы их отбиваем, но один нас, так сказать, плотно припечатывает к стенке, убивает императрицу. Вдруг набегает куча народу, все такие: «О, да как ты мог, ты убил императрицу», и, в общем, теперь мы выпутываемся. И мы уже много чего сделали, а кто не видел, что я уже сделал, добро пожаловать на YouTube-канал ТППЗ Крю. Вот. Вот там есть давние игры, есть вот недавние мои записи прохождения Dishonored. Так, Никс, привет, здравствуй. Ку-ку, да, я видел, просто мне надо было завершить одну мысль, чтобы потом поздороваться с тобой. Так, кто у нас тут любит поиграть? It's a game we like to play. I remember playing hide and seek with you too. I don't know why it's so much fun to hide from her. Here. This was at the edge of the river, in the mud. I put it under my pillow for good luck, but it gave me bad dreams. You can have it, as a present. I suppose I'll do my lessons now. Hiding gets boring after a while anyway. А, она мне руну дала, ничего себе. Спасибо, Эмили. Блин, она все-таки прикольная. А, я ж... Слушайте, это же значит изгиб времени. Будешь проходить без убийств? Ну, у меня вроде бы получается. Вроде бы как. Это был вопрос без знака вопроса. Во второй части станет мстить всем. Я думаю, что я эту игру, может быть, в ближайшее или не очень будущее пройду, угорая по-всякому. Мины, гранаты, ловушки, подсечки, убийства с высоты и массовые расстрелы, которые спасут Родину. Кири Фокс, привет, здравствуй. Да, здрасте, здрасте, здрасте. Вот. Кстати, секунду, я не помню, я проверю, написано ли у меня про канал. Закрыл. А в броду с вами можно? Я не помню, как там дела. Последний раз играли в броду очень давно. В принципе, когда-нибудь в будущем, я думаю, люди еще могут поиграть, тем более меня первая борда не очень впечатлила, так что, в принципе... В общем, север, думаю, да, можно, но просто проблема в том, что это, наверное, будет не в ближайшем будущем. Вот. Так, сейчас я дам вам ссылку на канал, тупо закрыл. Так, YouTube, не тупи, пожалуйста. Вот, и там вы посмотрите, что мы делали, как именно, и угорали. Вот, даже угорали, у нас есть собственная метода прохождения вместе с Малишем. Ой, извините. Да, всем скину. Соседка из того, что я под тобой. Кирфокс, извини, не поняла. Так, к игре. В ближайшем будущем без выходных работаем. Ну вот. А позволь полюбопытствовать, а кем ты работаешь? Микс. Можно будет... А, во второй части можно будет отказаться от всех сверхспособностей от чужого. И будет интересный челлендж перепройти без всего этого. Действительно интересно для хардкорщиков.
Но мне говорили, что там, мол, многие были недовольны тем, что есть блинк и все такое, мол, без этого игра, типа, ну, она вообще не игра. Мол, слишком легко. Не знаю, мне нормально для таких, так сказать, неискушенных игроков. О, она нарисовала. В полиграфии. Печать на чашках, футболках, фотографии и прочее. О, прикольно. Да, вот для таких, как Никс, я понимаю. Это сфотка. Да, ми-ми-ми. Я еще сфоткала. Я, правда, не знаю, сейчас висит он у меня или нет. Так, не заблудиться. Она мой портрет нарисовала. Подписала Дэдди. Это было так мило. Там очень милый портрет. Такой видно, ну, что по-детски нарисован. Странно. Ну, типа на стенке не висит. Сейчас я просто не знаю, а вам видно ли... Как там? А, да, вам видно. Сейчас. Скриншоты. Нет, у меня, пожалуйста, Dishonored. Ну, короче, вот. А, такой милый рисунок. Я не могу. А это то, что она нарисовала, когда она в этом в борделе в комнатке сидела, там малевала. Ну, то есть девочка, я так понимаю, направляется после всего с это. Кстати, ачивка. Выполнили задание по месте боев, не испортив прием. Я такая, я воспитанная. Так. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Так, это не то. Все равно мне кажется, что это первый этаж. Я на самом деле нет. What are the principal islands in the Empire? Cyrkonos, Bristol, Tivia, and Morla. And which one is the biggest? Bristol. And it's the best one. And how does whale oil work? That one's a trick. No one knows. Excuse us, Corvo. I'm afraid you're a little distracting for the girl. Ну, блин, я хотел посмотреть. Ну что вы? I need to start Emily on her sums. Perhaps she can inventory our whiskey supplies. Для подсчета запасов виски позовите Альпы. Правда, запасы могут уменьшиться, но зато они будут подсчитаны. О, целебные травы. Отлично. А, тарталетки. Я обожаю тарталетки. Особенно персики. Они такие нежные. Запасы виски. Да. И водки. Водка, да. Я все-таки еще спрошу. Калиста talks in her sleep sometimes, but it's hard to tell what she's saying. I wish I had my own room. О, я сама столько времени мечтала о личной комнате. I just don't like the way they look at me. I'm not a fool. I know I'd be the first to go if they got rid of people. My old mother used to work at the Boyles. The stories she'd tell. В Макси Пейна первом русская мафия ездила на машине с номерами водка. Ну, Клюкова иногда бывает забавный, да. Так, Пендлтон, я на него все еще рассержена. Пендлтон, блин. Something for you? I can make anything. Practically. Practically. Во, я забыла завершить свою мысль. Я говорила о том, что мне Dishonored уже сейчас нравится намного больше Ведьмака, который тоже очень хорош. А почему? Я сейчас поняла еще одну причину. Потому что тут есть политика, ну тут понятно, то есть захотят захватить власть, там, типа, все такое, то есть какие-то сомнения, мол, чума, она по заказу или просто совпала, или типа не спослана за грехи. Ну то есть как-то так происходит, но более-менее понятно. А вот в Ведьмаке там что-то король, не король, там туда-сюда, потом там предназначение. Тут этот король, потом
выбирай-то там за Скайта или еще что-то. Я не хочу выбирать, мне ни те, ни те не нравятся. Почему? Ну, то есть там политика, она вот эта вот непонятная для меня, она раздражает. А тут она так плавно входит, вот. Не люблю Ведьмака, твое право. Я вот прошла первую и вторую часть, и, к сожалению, по причине моего отъезда прервалось прохождение третьего Ведьмака, который в основном проходит Малев, потому что он умеет играть на геймпаде по-человечески, вот. Изгиб принял. Вот, в принципе, неплохо. Мне первый Ведьмак нравился со своими особенно интересной боевкой, необычной. Разные стили, это прикольно. Второе вначале не очень, но потом тоже так поднаторело. Особенно прикольно то, что два пути прохождения, они, в принципе, довольно-таки различны. И история узнается с другой стороны. А вот третий я вот... Ну вот, не получается мне. О, по-моему, его не было. Sailor has had a role to play in it. I doubt I'll be remembered, as the worthy men who made this happen are truly the heroes, and one feisty little girl who hides the sadness of missing her mother very well, bless her. But perhaps someday someone will listen to this and know that a humble sailor named Samuel was a part of it all. Малев, ну понятно, да, что это требует подготовки, но я говорю, я прочитала вот книги и полазила по форумам, для меня все равно непонятно. Там, я не знаю, я надеюсь, что это не связано с моим каким-то, что у меня сейчас не назовутся форумы. Ну, ну, мне непонятно вот там все эти политические интрижки. Ну, то есть как-то для меня непонятно, короче. Вот просто вот, ну, не заходит. Потому что фиг поймешь, что там куда хочешь. Тут как-то, в принципе, понятно. То есть... А, ключ нужен. Как мир в МГС врубаться? Нужно много времени. Ну так, в МГС я врубилась. Вот. Ну, я говорю, а вот политика в Ведьмаке меня как-то вот не вдупляю я в нее, честно говоря. Единственное, там весело очень много матов Ведьмака. Это прикольно. Никс, если заглянешь на канал на Ютубе, посмотришь, мы проходили Ведьмака с польской озвучкой. Это отдельная тема. Вот что мне понравилось, то, что польский язык, он сам по себе очень интересный, а в мире Ведьмака он приобретает какой-то еще больший шарм. В общем, я теперь неплохо так шпарю. Как говорится, шупрашим. Или как там? Цегушицешь. О. Так, ладно, пойду и все-таки к Пендлтону и скажу все, что я о нем думаю. Ух ты, блин, ну даже почти не промахнулась. Там матеряться по-польски, ну так курва, курви сын, пердоля и прочее. Вот. Ну, то есть, там, забавно, то есть, иногда фраза не несет в себе ничего какого-то там резкого смысла, но при этом, когда по-польски говорят, там явно проскакивают очень интересные слова. Так, сердце, что ты думаешь о Пендлтоне? Короче, я не знаю почему, но меня вот конкретно начинает лорд Пендлтон напрягать. Вот. Хотя вроде бы как они благодарны. Лодочник. Ну, лодочник как-то спокойный. То, что вся вот Хемлок и Мартин почему-то меня тоже начинают немножко напрягать. То есть этот сильно, те немножко, а лодочник вроде как нормальный. Вот. You did it. And now we've done away with a woman and a noble woman at that. But Boyle was a viper. She helped the Lord Regent kill the Empress. So I don't feel a thing for her. Personally,
I heard you upheld my name in a rather spectacular... Да пошел ты! Не мог сразу сказать? I want to thank you. This little item has been helpful to my family over the generations. But I think you'll find more use for it than I ever will. Go on. Take it. Что там? You've had a long night, Corvo. But I fear it's not over. Havelock and Martin have already cooked up something more for you. They would like to see you now. In Havelock's chambers above the bar. О, еще руна. Это, конечно, прикольно. Мне нравится. Может быть, даже успею еще накопить на вселение. Кто-то мне говорил, мол, зима близко. Ну, в смысле, концовка уже не так далеко. Но, тем не менее. Предметы. Главное, странно, там у меня, типа, говорили ему... Я там одного чувака достала. Пристала к нему со спросом. Он такой, типа, сейчас я скажу охране, потому что вы что-то там не похожи на приглашенного. Но при этом приглашение у меня было. То есть у меня есть приглашение. Но... Ну, почему-то этого не всплыло в диалоге. То есть там, типа, отбрехаться было и все такое. Ну, я думаю, блин, у меня же есть... Это как его... У меня же есть приглашение, то есть это как-то немножко странно. Да, точно, они на втором этаже. Пробеги на прием в виде крыс. Ой, сейчас. Так, на всякий случай сохранится, то мало ли что, что-то у меня какие-то сомнения. Corvo, the time has come. Everything we have done, everything that you have done, has served to make this moment possible. The Lord Regent is exposed, Corvo. Vulnerable. And now everything is in place to strike at him. We're one step from the throne. One man, one beating heart, is all that's left of the forces that brought this city to the brink of ruin. It is simple, but it will be far from easy. The Lord Regent's paranoia... Вот у них лица еще интересные, они такие не шаблонные. The Parliament, his financial base... And he's lost Sokolov, who made his... То есть видно, что этот старый смотритель, а это что, вояка? He knows something is coming. He knows you are coming. And everything depends on him being correct. Hierro will help you prepare, and Samuel will take you close to the tower, near the water. Last time you were there was the horrible day that the water stopped. Now you will go there and end it. Good luck. I'm not sure what else we could say, other than our hopes are riding on you. Ну, то есть, я не знаю, кайфую визуально, и мне нравится, что тут сюжет и так рассказывается, и еще интересные всякие разные истории, и просто какие-то сказки местные в книгах, записки, то, что вот... Если человек что-то приятное сделал, он тебя поблагодарит. Иногда словом, а иногда что-нибудь интересное припасет. Вот. Так, теперь у меня вылетело из головы, что надо-то. Да ладно. Теперь к регенту. Вот прям к регенту, который... Портрет которого везде. Башня Данвола. Мне нравится, что во второй части будет полноценная русская озвучка, и мы услышим голос Корву. О, это интересно. Хотя у меня сейчас это вот, ну, вообще никак не смущает. Так, у этого я закупилась. My work on the Joplin Arc Pylon progresses slowly, but it progresses. Кстати, загляну-ка я на второй этаж, мало ли чего интересного там появилось. Я что-то интересное каждый раз портал вспоминаю. Полупроволока. Пошарюсь по сундуку, как обычно. Неудачный эксперимент, две секции. Дубчики того жира. Ну, все, все старые книги. Хотя я как-то зашла, вот была новая книга. Ладно. Эй, Самуэль! Смотри, как могу.
Так. Немножко что-то страшновато. Сам регент. Регент или регент. Не помню. Так это отметина, отсылка на портал. Да, она выглядит точно так же, как и порталы там изображались. Портал. Face the Lord Regent? About time we took care of my say. Long past time. Вот кто-то мне сказал, типа, па, еще пару-тройку миссий осталось, но сейчас я иду к лорду Регенту, чтобы, ну, убить его или как-то устранить по-другому. То есть, таким образом, человек мне дал сказать, что, видимо, ничего не удастся и что-то случится, и за это я немножечко расстраиваюсь. То есть так бы для меня было полной неожиданностью. Не то чтобы я так прям сильно зависела от спойлеров. То есть они мне не мешают, но тем не менее это уже будет немножечко не то. Вот. В бан его. Но это было в прошлые разы. Так, башня Данула, та самая, да, куда меня привозили в этот порт, потом я пошла куда-то, и меня там схватили за всякое. Пора положить конец правлению лорда Регента и сделать Эмили законной императрицей. Вернитесь к башне Данула и тайком проберитесь туда, где раньше служили лордом защитника. Лорд Регент боится каждой тени. Он усилил меры безопасности до предела. Если поднимется тревога, он спрячется в отлично защищенном убежище. Никс, нет, не смешно. This is it, Corvo. Your last memories of Dunwall Tower might not be good ones, huh? So maybe you can make up for what happened back then. It'll be a bit of a climb from the waterlog. Блин, я как посмотрел, как тот парень проходит этот уровень, у меня уже комплексы. Broadcast control station here, where all them announcements come from, might be worth looking into. Ready? Никс, это неправда. And if not, well, it was an honor to serve with you. Блин, чё-то мне, знаете, немножечко как-то жутко. Блин, прикольное, конечно, здание. Такой интересный, как будто форт такой. Я вспомнил, вот заплывает, и уровень воды поднимается, и поднимается это. Че уже я люблю женскую грудь? Ну так... И люби, кто тебе запрещает? Просто зачем всем подряд рассказывать? Тем более, когда я вроде ничего не спрашивал на эту тему. Так. Убить лорда Регента и найти станцию вещания. Все хорошо, расслабься ты это здание, знаешь, как свои 5 пальцев. Да? Ладно. Лорд Протектор, ты все можешь. Ладно. Хоть я рыбка, я вовсе не медведь. Надеюсь, тут нет никого, чтобы меня сразу засечь. Пошел в ИСК 2 играть. Удачи. Сказал, что не смешно, я объясню. Ну, смешнее не стало. Как бы я могу понять, что кому-то другому смешно, но как бы мне, на меня это никак не влияет. Так. О, я вижу там какую-то дверь. Может быть, туда уже? Секретки все нашла? Сейфы? Ну, какие-то сейфы находила, да. Святилище, руны, все исправно вытаскиваю. Меня вот иногда напрягает то, что я вот... Ну, то есть, смотрю куда-то, примеряюсь, и тут какой-то текст. И я пугаюсь, то есть думаю, что кто-то рядом уже в шаговой доступности, потому что я слышу, как он разговаривает, но на самом деле нет. Но это путает, короче.
Вот почему? Ну вот чуть-чуть же, ну чуть-чуть же. Ладно, тут есть где-нибудь еще? Вот кто это говорит? Столько прожекторов, о боже. В общем, я не помню, как тот чувак забрался. Забрался. Почему забрался? Он же забрался. А-а-а! Вот оно чё. Вот оно чё. Тут есть мышка? А это что? Не думаю о том чуваке, но он же великолепен. Так, а как мне туда пробраться? Да. Давай, Курова, ты сможешь. Какое-то странное тело. Я боюсь, что я к нему подойду, оно начнет это... Как сказать? Шевелиться. Вот этого я боюсь. Так, ладно. Где-то тут мышка была. Вот оно как. Мышка, блин, уже сбежала, пока я тут слоупочила. Блин, это прикольно. Так. Может быть я... О! А главное, отсюда я могу перебежать. Это странно немножко. Используем мышь. О, да я и так могу. Так, сохранюсь на случай того, если она начнет шевелиться. Что, да ну нафиг. Хотя оно вроде не жизнеспособное, но кто его знает. Эти болтают там. Так. Костя. Какой-то толстый костяной амулет. И шекели. Келакек мой будет гордиться. Я залезу черт знает куда, чтобы взять шекели. А, тут решетка, черт. Мне кажется, ему уже нечем шевелить, а вот тем не менее мера предосторожности не помешает, так сказать. Кстати, что за костяной амулет? Сильные руки, удушение происходит быстрее. Беру. Живая вода? Нафиг. Ну, тут двадцатку он тебе не простит, и я знаю. Блин, прикольно. Ой, а у вас там много? А еще сюда сбежали. Ребят, что-то у вас слишком много. Пожалуй, пойду-ка я. Вот оно чё... А, блин, это не туда. Я уже обрадовалась, что это какой-то новый выход. Это не новый выход, это все тот же. Ладно, чё. Так, F5 чишку. Господи, как я это выговорила. В танк. Вселись в мышку. А там очень короткое вселение. Я не знаю, как это работало, но почему-то там было очень короткое. То ли я что-то не так делал, короче, не знаю. Тут какая-то дверь.
Вот чё. Да. Ой. Ребят, извините, просто я хочу пройти тихо, безо всякого это, но вот это вот меня немножечко... Короче, вот мне были на люстру, а там норм. А вот как наверх? Как наверх? А это, кстати, что? Ух ты! Тут такие есть окна? Это прикольно. Сейчас потихонечку пройду, дальше, наверное, полегче. Все-таки, понимаете, убийство лорда Регента. Надо, чтобы все прошло идеально. Ну вот. О, наверное, сюда можно выйти. Так. Так, и тут какой-то проход. Может быть, туда? Так, ладно. Была, не была. Да. Давай. Ладно, фиг с тобой. Ой. Ух ты, как быстро. Ух ты. Как-то не могу. Как бы мне вот наверх залезть? Же, по-моему, могу на эту фигню залезть? Ах. Какое коварство. Ладно, а наверх на эту штуку. Во! Уже лучше. На крыше хоть посвободнее. Фу! Джей Джей, а что случилось? Неси бальзам на рану? В смысле? Я, ребят, я вас что-то не догоняю. Позвольте, я немножко выгляну. Блин. Он здесь, да? Не самый трусливый ассасин на свете. Не, ну вы хоть поражать можете с меня. Руна! Руна? Блин, мне придется туда лезть, там же ведь руна! Черт. Значит, куда-то туда. Последствия ванны. Ага, они так забавно топчутся. Ладненько. Курлык. Сколько, блин, вас тут?
Так, тут эта штука светит, так что надо быть осторожным. Шагоход, да. Шагоход. Там всякие вкусные штуки, но руны просто раздавили в плане? Я не понимаю. Извините, конечно, я немножко не по ним. Ух ты, да ладно. Спи, дядя. Я посижу, потому что я надеюсь, что меня не заметят. И ты спи. Достал. Дротики — это вещь. Так, а если я, допустим, обнаглею? Так, понятно, мне нужно спуститься вниз. Тут еще есть кто? Нет, ребята спят. Один тут. Ну, в принципе, можно для очистки совести его... где он? Где он там есть? Он же где-то тут был. Так, чувак, ты где? Ладно. Так, зря, походу, я это сделала. Надо было с той стороны. Так, где руна? А, мамочки! Я паникую. Паникую просто как не знаю кто. Твою ж налево. Теперь давай к тебя куда-нибудь усадим. Посиди на стульчике, поспи. Слишком авангардно спишь, ну да ладно. О, запретная территория. Капитан Браймонд, прошу поговорить с одним из ваших подчиненных. Капрал Кейс, ваш подчиненный, я полагаю. По словам дежурного офицера, Кейс приходил утром в подвал, где встречался с королевским палачом. О чем мы не могли говорить? К тому же мне сообщили, что Кейс проявляет интерес к оккультным знаниям. И не смотрите ли, мне плевать, чем занимает свободное время. Но запретите ему даже приближаться к палачу. Подвал – запретная территория для наших людей. Майор Хокинг. Убить палача? Зачем? Во-первых, где руда? А, она теперь дальше, чем... Ладно. Так, во-первых, сохраняемся.
А почему убить получше? Так, нет, тут нету никаких электроустройств. Специальный указ по приказу лорда Риген. С этого момента вход в башню Данула разрешен только через шлюзы. Главные ворота закрыты для всех. Приказ написан в канцелярии генерала Тобиса и скреплен подписью лорда Ригента. И шикели. Проходимость катакомб в месяц сетей. Отрывок записки, приложенный к официальному докладу группы 17А ремонтной службы. А, я это читал. Что это? Пули? Ну, ладно. Тихонечко. Тихонечко. Здесь что? Нормуль. Так, тут рыбки какие-то. Она меня напрягает. Я могу на нее попасть? Видать, нет. А если, допустим, я сохранюсь в другую ячейку? Ребята, вы где все? Я слишком поздно играю. Уи! Я управляю. Малев здесь, ура! Бабах. Есть. Дыхание затаив, смотрим за тобой. Я сама тут дыхание затаила по полной. Дышать забываю, говорить забываю. Чувак, а ты присядешь тут? Не, вот тут. Да. Приобнимешь так бак. Шагоход. А фиг с ним, короче. Так. Теперь руны где-то тут. Хм. Теперь самый груз браться как-то... Как-то внешне. Надеюсь, что да. Тут ров с барракудками. Так, нужно зайти куда-то сюда, в укромный уголок. И сохраниться. А рыбкой заплыть внутрь? Ну так, внутри, я думаю, канала нет. Так бы я с удовольствием. Во, тут что-то есть. Правда, не пойму, что это, но это что-то есть. Так. Во, медная пробка. А попробовать. Вестибюль.
Интересное место. Во! Я поняла, почему казнить палача, потому что палач, он пытал нас тут. Что могу сделать за что кровью? Нет, мне, пожалуй, бы порыв ветра. А это еще одна руна, которая тут есть. На заметки цели. Поручение. Станции. Ну-ка. Станция вещания. Комната палача. Ух ты, блин! Да, не смотрю, типа, а, дед, чувак! Begging your pardon, sir, but I think it would be best if you stay in your safe room on the roof for now. I need the comfort of on the roof. I trust you and your men can handle the tower security. Так, это будет сложновато, это будет надолго. Yes, as you wish, Lord Regent. I'm heading up. Keep this area secure and use that alarm if there's any sign of trouble. Yes. Это что сейчас было? Так, станция вещания тут. Поговорю агенту. Комната палача там. Но они обычно сюда не смотрят. Пойти что ли на станцию вещания сначала? Фу-ху-ху. Блин, страшно-то как. А где, кстати? Ну, конечно, они же в покоях у него. Костяной амулет тут. А, еще одна руна. Их тут две. Я так понимаю, одна в комнате палача, одна у него. Ну, зашибись. Так, ладно, я даже не знаю, блин, что делать. Столько дел, прям разрываюсь. Ладно. Сейчас сверху за спиной что-то. Ну, это станция вещания, одна руна в покоях, я так понимаю, где-то примерно в покоях. А вторая руна где-то примерно в комнате палача. Ну да, пожалуй, все. Ладно, сохраняем сон. Линзы на люстрах клевые. А, да. Кстати. Вот, тут-то обзор получше будет. Там кто-то есть? А, не, показалось. Наверное, это шарманки эти, которые. Или нет. Короче, не знаю, что это такое. Но что-то оно мне не нравится. Да. Я думаю, наверное, сначала в комнату палача. Как бы это сделать очень-очень прям так аккуратненько. Спасибо вам, люстры, за то, что вы есть. Я могу тут безопасно отсидеться. То есть она где-то там.
Да. Почему ты не можешь зажать его за шею, а? Ну как так? Да. Так, где этот тупой? А, Север, привет. Телефон себе. А может по лестнице? А, под лестницей, слушай, ты гений. Отлично. О. Ну, допустим. Давай, ну ты же можешь на трубу заскочить. Ну трубы же! Мамочки! Твою ж налево. Фу! Так, я наверху, я в безопасности. Боже мой. Я даже сохранюсь на новое место. А, несет поднос получу. В мышь. Блин, без зрения вообще реально как без рук. Сохранять через F5, я знаю. Так, интересно, что они говорят. Да, и руна у него. Костяной амулет, я думаю. Я думаю, я смогу без него это разобраться. В смысле, пережить как-то. Теперь медленно опускаем сцепление. Медленно. В смысле? Да ладно, он меня палит. О, там книжка какая-то. Может, по звуку? Так я ж встался. О, там песики, зашибись. Ладно, я подожду, пока он придет туда и обратно. Я, пожалуй, могу подождать. Я посижу, у меня тут нормально. В крысу селись? А где они? И кто-то тут подходит еще. Короче, я профукал момент. Или нет? Как не вовремя. А здесь тут есть трубы?
Так. А что за звуки? Почему они такие? Так, песик. Они где-то тут пищат, но если это крыс, то тебя будут давить. Тем более мне нужно тут по стелсу, значит... Так, а черт, а что мне тут? Навестить палача, убить палача. Окей. Кстати. Ага. Вселение. Точно, еще одна руна где-то. Да, что со мной не так? Просто не пойму, я промахнулась или нет. Так, теперь еще бы вспомнить, где у меня снотворные дротики. Да, вот они. Вселяйся в собаку и укуси палача за зад. Кстати... А, я же могу вселиться в собаку, да? Зашибись. Я же, наверное, могу. Извините, просто немножко страшновато и... Кого-то... Так, где? А, господи, оно же мне... Чё? Препятствия на пути... Ну, зашибись! А эти меня выдержат? Как это препятствие? Вот же я увижу. О, у него алтарь чужого целый, ничего себе! За зад... Ну, можешь кусить, я хочу! Может быть, не только за зад. Какое препятствие, да ты о чем? Ладно. А, я застряла. Кажись. Попробуй с дальнего угла с пола. Да нет никакого препятствия, блин. При непосредственной видимости, вот я же его вижу. Скари мастер хай, хлоу. Нельзя с труп, ну... Это дискриминация. Сейчас он отвернется куда-нибудь. Дискриминация по трубному признаку, действительно. Так. Да блин! Так, не дави меня, не дави. Да, а ты где, дядя? Дядя, ты где? Блин. Да. Зашибись. Извиняюсь. Офигеть. Короче, это была какая-то тупость, ну да ладно. Are,
on your way to face the Lord Regent. How will you end his reign? By blood or by truth? Никс, а куда его спрятать? If the Empress had been as well guarded, how different things would be. Если бы, да кабы. Or do you have another plan in mind? Собак. Кстати, я же могла собакой обратно пробежать. Хотя это ж недолго. О. Дорогуша. Ах, дорогуша, тебе, вероятно, так тоскливо в твоем мрачном подвале. А чего ты не заходишь? Помнишь, как мы заставили их вопить? Загляни ко мне, я приготовила тебе еще один подарочек, резной и блестящий. Безе тут ты поддерживать не умеешь, но мне нравится наблюдать за твоей работой. Приходи, расскажу тебе сказку. Страшный интерес. Твоя бабушка! Так, что тут? Воды. Где песик? А где песик? Вы видите песика? А был ли песик? Так, кстати, во-первых, выпить маны. Во-вторых, стелс. В-третьих, зрение. Не забывать. Так. А песика-то нет. А это что такое? А, это му. Кусачка, блин. А. Зачем песика убила? Потому что он бы убил меня. На ночи, но я на стриме, но я сплю, но я на стриме. А, ладно, спокойно. Вселиться в него надо было? В персика или в смотрителя? Или куда? Блин, я книжку хочу почитать. Обидно, кажется, если это книжка, которую я читала. Ну да ладно. Труп на крюке, сказать получу бу. Никс, и как ты будешь проходить? Вселиться в смотрителя, а потом пойти утопиться. Но если бы, но если обладатель тела умирает, то умираешь и ты. Там же, по-моему, так и написано. Не, придумано так классно, только, по-моему. Вселение. Так, вселение. Физически сливаться. Если при падении вы успеете вселиться в животное или человека. А, при падении. Ну, по-моему, когда я первый раз получила вселение, мне сказали, что, типа, если, ну, тело умирает, то вы тоже. Тогда он прыгнет с утеса в момент, когда вселение закончится. Думаю, что можно рассчитывать. Думаю, да. Ну, значит так. Пять рун. А чё прокачать? Проворство есть, жадная стая, но это... Где-то там... Забивает с ног врагов или разрушает двери. Или дегенерация. В смысле регенерация.
Ну, вы поняли. Ладно. А, сейчас тут вроде бы все свалили. Кроме этого дяди. Дядя, свали, я тебя прошу. Высматривает он что-то там. Во! Стэнсон, давай, всего доброго, счастливо, пока. Так. Я прилично, я двери закрываю. Так, с палачом расправились. Е-е-е! Фух, у меня аж немножечко мандраж. Так. Теперь нужно в покой лорда сейчас. Убить. Ну, найти спальные покои, убить. Или найти станцию вещания. А для чего? Почему не пишу для чего? Потому что я вот не помню. Так, отомстили. Слышал все на трём, регент сбежит в защищённую комнату на крыше. То самое приятное ощущение после убийства, да. Секретка, кажется, где-то была у входа вроде. Сейчас посмотрим. Можно воспользоваться шансом нанести удар по системе пропаганды регент. А, то есть типа убить его без убийства. Поведать миру страшную правду о режиме. Сказать товарищи. Есть товарищи, которые нам больше не товарищи. Ну, stupid goddamn. Сразу входа, а в плане... В плане она как-то просматривается или... Ладно. Мне прикалывает, как голос искажается после того, как, ну... Не помню точно, сори. Ну, то есть отсюда я вылезла. Ну, тут ничего такого, кажись. Тут балкончики. Мне бы руну. А руна так близко. Вот! Он тут! Здрасте! А можно я вам... Чем бы в тебя кинуть? Слушайте, если я в него выстрелю, он же исчезнет! Или усыплять? Нет, я его убью. Естественно, я сохранюсь. Правильно сделала. А. Надо было сохраниться раньше. Где? Он же, по идее, должен был исчезнуть, потому что он меня не видел. Он умер и меня не видел. Да. Круть. Блин, сейф. А еще на всякий случай я заберусь наверх. Рун 3 из 4? Еще какая-то? Где? Вот сейф, да, вижу.
А, вот там записочка. Но я на всякий случай тут посижу, если они против. О, я уже видела такую картину. А, это у Пратчета. О, еще книга. Секретка. Сейф и есть секретка. А, вот о чем. Я думала, прям какая-нибудь секретка-секретка. Технология Соколова и новый век. Выдержки из новой книги, описывающие изобретение Соколова. Важное достоинство всех устройств Соколова – это стандартное магнитное гнездо для баков с ворванью, которое используется в качестве топлива. Пустой бак просто меняется на полный, причем с такой работой легко справиться даже чернорабочий или рядовой стражник. Это относится и к разрядному столбу, и к световой стене, и даже к самодвижущимся повозкам, которые могут себе позволить богатые горожане. Единственным недостатком изобретения Соколова является уязвимость своих баков. Уже несколько человек пострадали от взрыва баков с уронью. Ну, как бы... Всегда что-то не так. О! Ой, фу, я зачем я туда посмотрела? Верховный Смотритель. Верховный Смотритель. Отрывок из описания Смотрителя и их ритуалов. На протяжении многих веков аббатство обывателя остается важнейшей религиозной организацией островов. Оно называет своих сторонников носителями истинной веры. Другие же верования, за исключением редчайших случаев, считаются ересью, которая мешает достичь гармонии и благоденствия. Важнейшее место в аббатстве занимает Верховный Смотритель. Ему подчиняются все остальные смотрители, женщины из Ордена Оракулов и прихожане всех городов Империи. Верховный Смотритель может толковать 7 запретов и дает начало таким важным событиям, как праздник Фуги, который проводится в конце календаря. Праздник Фуги – это у них типа Новый год. Важнее всего то, что Верховный Смотритель дает прихожанам пример неуклонного соблюдения 7 запретов. Кстати, к сожалению, так и не нашла книжку, где-то должна была быть книжка с 7 запретами. Вот. После смерти Верховного Смотрителя собирается совет из самых мудрых смотрителей, а он объявляет праздник крашеных чайников, первый шаг в долгом и сложном ритуале выбора нового духовного предводителя аббатства. Аббатство Даунтон. Картина «Не мылься». А, это трансформатор. Блин, красиво. Что? А, вот оно что. I know you're here somewhere, scum. Сам такой. Scum yourself. Where are you? Oh, I'll find you. Ломай дверь, я так и поворачиваюсь. Главное, смотрю на картину, а там дверь. Ага, сломали. Блин. When I find you, it's going to be bad. Чувак, ты меня вынудил. Не умеешь ты сидеть, чувак. Ладно. Черт. Никс, а куда я его спрячу? Да ладно, блин. Серьезно, куда бы я его спрятал? Ладно, я подожду, пока он еще выйдет.
шкаф. Там был сундук, разве там был шкаф? Для примера, но бывает. Так. Ну что, подожду. Я этот, как его, Ворошиловский стрелок. Доллары, привет, здравствуй. Ну-ка, ся. Так, что тут? Тут была какая-то записка. Пропажа Леди Бою. Лорд Реген, наши попытки найти Леди Бою принесли весьма скудные результаты. Никто не знает, что с ней стало. По слухам, она покинула вечер на лодке. Не знаю, стоит ли верить этим россказням. Доказательств у нас нет. Я знаю, как Леди Бою дорога вам, и уверяю, мы станем искать ее с удвоенным гревением. Капитан Головы. Значит, тот, кто говорю, дорогуша, ты великолепна в белом, это сам Лорд Реген. Ничего себе. А, ну да, наш его любовница. Так, ребята, код мне от сейфа, быстро. Это дело принципа. А я пока пойду, отойду. Ах, лол. Короче, чтобы получить пароль от сейфа, надо было заглянуть сначала в радиорубку. И типа человек нам сказал там, мол, не убивайте, я вообще человек маленький. Ничего такого не хочу, я просто тут радио веду. Короче, я тут слышал,
Ну, то есть я даже не знаю, может его не убивать, а... Может действительно сбегать в радиорубку? Ай, пофиг. Начала же уже. Ну, значит, в следующий раз сделаю с радиорубкой. Возможно. Maybe. Ладно. Любимые люстры. Не, главное, такая уязвимость. Балкон-то, конечно, красивый. Ладно. Твой... Ух ты. Тушин. Что такое толстый корво? Так, тут все у нас обездвижены. Чувак до сих пор валяется, расслабляется. Фу. То есть я, по идее, тут могу просто прыгнуть, да? А можно мне сначала прыжок веры? Что-то мне кажется, что я там не допрыгиваю. Ладно. Это был прыжок веры, у меня конкретно защекотало в пятках. Так, давай наверх. Да, бр. Малев, я надеюсь, ты еще со мной. Так, посмотри, фонарики. Домики. Прямо Амстердам какой-то. Красиво. Ты всегда сам... О-о-о. Ну просто мало ли я там устал, заснул. Я все понимаю. Ой, да ладно, с первого раза забрался на лодку, даже не нырял уж 16 раз. Сэмюэль! А вот что я забываю, это я забываю кликать на... Лорда Ригенда это. Right, этим, как его... Сердечком. Битва врагов найдена жертв. Сигнал тревоги. Призрак не обнаружен. А, в смысле? Тут было 4 руны? Картина Соколовой. Ай, ладно. Меня устраивает. Ты всегда со мной. Спасибо тебе за это. Так, ну, накануне коронации лорд Реген повержен, и ничто не мешает Эмили Колдуин стать во главе страны. Осталось только сопроводить ее в башню Данула, чтобы она могла зайти на трон. Прикольно у него голос. Лорд Реген исчез. I'm guessing our work is almost done. The others are in the bar. No doubt waiting to raise a glass in your name.
Me, I think I'll just linger out here if you don't mind. Reflect on things while we have a moment. Reflect. Порефлексируйте. Да, пожалуйста, сама все время этим занимаюсь. Что там обновлено? Угу. Умение. Мне предлагают что-то прокачать. Ладно. Пока оставлю. Ой, да не то. Ничего такого нет. Я думала, мало ли мне мужик ту руну опять подарит. А, разохотилась. А, мне показалось, что новое. Так, а как насчет проверить? Где там все? Ага, это он точно себе там прорефлексирует. А это что такое? А, бррр. Ух ты! Да уж. Я же могу быть императрицей где угодно, действительно. О, это все мне, колбаса, обожаю. Яблоко, люблю. А можно еще колбасы? Ой, да что вы, пожалуйста. Так, чуваки, мне не нравится, у меня бокал другого цвета. Это явно, наверное, яблочный сок. И не пивасик. У них красный. Пендлтон, ты мне не нравишься. Корова, ты что, ты не видишь? У тебя желтое, у него красное, это явно не то. Вряд ли они тебе супер виски налили. Мне это не нравится. Корова, блин, ты не видишь, что ли? Так, я говорила. Корова, какого ты такой? Нужно быть всегда на чеку. Так, я буду сидеть тут. При Эмили. И когда я упаду... А, она снова рисует это. Так, я никуда не уйду. Я тут при всех упаду. И они такие, а, меня травили. Корова, какого... Блин, я, значит, столько времени рисковала и спасала. А, у меня горит. Барракуда не пьет, если ее стакане жидкость другого цвета, чем остальных. Не в том плане. В том плане Корвата, он, конечно, думаю, ну, пьет алкоголь. Ну вот этого видно пиво, у тех вино, а у меня вино было странное. Как это он не увидел? То есть я понимаю, если бы там было такого же цвета. Да давай уже падай. Ну то есть вот же оно розовенькое. Блин, походу мне нужно идти. Вот вам. Вот вам. Съем вам тут все. Раз такая пьянка, как говорится.
in the blazes was... What is this? You lost your senses. ЗВДВ! Знаете, мне понравилось. О боже. Не согрешу. Я повторю. В колено. Так, колбаса, да? Тут виноград. Сволочи! Забудь его! Это была бы true концовка. Реген мертв, Пендлтон тоже. Ну-ка, Пендлтон, ты мне не нравишься. Мне прикольно, как они невозмутимо стоят. Сделаем ставки, с какой бутылки Пендлтон грохнется. Ой, прости, Эмили. О. За Ленина. За Сталина. И для тех, кто смотрит «Проповедник», за фудкорт. Малих, помнишь? А как его убило-то? Я все перекидаю вам, заразы. Я вам все припомню. Да, будьте прокляты. А кто мне вручил бокальчик? Во, еще бутылка. За ВДВ! А давайте увеличу дистанцию. Не помнишь? Ну там, когда этот пришел директор скотобойни забирает церковь, он своих этих привел и говорит, типа, ребят, давайте там заберем, проповедник долго не продержится, а я тут построю клевый корпус. Все такое. И там будет, короче, такая столовая, и в ней куча-куча типа разных блюд и разных кухонь мира. Там такой чувак говорит, так это фудкорт. Так вот, типа, ничего вам ничего не будет, пока, мол, не захватите этот, как его, эту церковь. И там чуваки бежали шашками наголо и такие, за фудкорт, за фудкорт. Обморок, привет, здравствуй. Хватит громить бар. Нет. Я еще найду. Я обязательно еще найду. Можно я надену у него кастрюлю и постучу по ней чем-нибудь? О, бокалы. Или то, что они полные, я не могу их выпить. О, пустая бутылка. Обморок, про что у меня есть причина злиться? О, у меня теперь вообще плывет. Я еще найду бутылки. Мне нужны еще бутылки. Черт.
как Пендлтон. Маля вспомнила, да? За фудкорт, за фудкорт. Вы меня мутит. Блин, это жутко, конечно. Блин, я так и знала, что будет что-то такое. Только я думала, наверное, типа я вернусь, а девочки не будет. Все-таки Dishonored. О, я сошел с ума. Ю-ху! Потом один с мачете в плече ходил, ага. Took control of the Abbey through blackmail. But perhaps over time we can wield a more legitimate authority. I must have a portrait made. Maybe Sokolov will do it, after what we've been through here. Так, обморок опять всякую фигню пишет. Emily comes first. In a pinch, я думал, он все-таки перестанет когда-нибудь. Emily's first act will be to rescind the warrant for your arrest. We can finally take that mask off. А когда меня уже окончательно заглючит? Черт. Не, все-таки хочу еще раз повторить. Это было прикольно. С двух стаканов в этот раз. Это похоже на корпоратив. Директор по связям с общественностью забрался на стол с ножом танцкой. Это я соблазняла служанку, не надо тут. Нет, я хочу еще раз. Это очень клево. И тебя тоже за то, что подглядываешь. Точно, я еще виноград не съела. Не, а чё, сами не подлили? Теперь я буяню. Все логично. Не выходи за него. Это было клёво. И главное, все таки стоят, типа, чё? Боже, это шикарно. Понимаете, это самое шикарное убийство вообще. Закидать бутылками. Да, откидывается забавно. Эх, блинский, блин. Они его тоже не любят. Но он подозрительно, главное, вручает записку, потом такой, типа... Ой, спасибо, что, кстати, за меня на дуэль сходили. Козлина. А сказать? Из их не отвалится же. Ну вот. Samuel, you move like you've been drinking. Did the poison work its magic? Is he dead? It better have worked. It cost me a month's profit. Вот так вот. I believe Corvo has breathed his last. Just as you wanted. You've done a fine job. Remember, we need the body. Надо было в радиостанцию сходить и код от сейфа узнать, так я и так сейф открыла. Yes, it'll grant us legitimacy. We'll be the men who rescued Emily. Ага, типа я все сделала, они такие, это... You'll see to the body, won't you, Samuel? Yes, sir. Они такие, ну вот, короче, мы все сделали, и этого... И этого устранили. Который у регента, да. Я у регента узнала этот... Самуэль. Спасибо, Самуэль, ты... Что смог, то сделал. Чем погляди, так нечестно, да мне вообще пофиг. Прохожу, как хочу, законом не запрещено. Кому не нравится, вы можете легко отсюда уйти. Вам это стоит будет пара мышечных движений.
Так, по течению Хэвлок Мартин и Пендлтон предали вас. В последний момент вас спас лодочник Сэмюэл, и теперь вы плывете по течению среди развалин Данвола. Вы же хотите тут? Ну, и зря. У меня уже есть один, да, непреданный хейтер, мне больше не надо. Как говорится, вакансия занята. Так, о, чуваки. Ой. Затопленный квартал, круто? Нет, не круто. Дауду привет. А, то есть вы с ним знакомы, да? Я бы не советовал ручкой в такой воде водить. Воу, а это что? Ну, мне ребята прикалывают, то есть тут игра такая, что нужно людей убивать иногда очень жестоко. А тут покидалась бутылками за то, что меня отравили. Ой-ой-ой, какая ты жестокая. Ну, короче, что я говорю? Как не делай, все равно обосрут. Это надо это, почти все напоминать и поэтому делать как хочется. Да, всем чаю. А ты кто? Они меня вспоминают, это сталкер. Ух ты. Кто ты? Или это мой клинок? Я думал, это его клинок. Ты офигел? А ты знаешь, что... Чёрт. Еще и наваляли. О, это прикольно. Мне нравится. О, трубы. Ну, трубы это не очень красиво, но да ладно. Блин, симпатично. Here you are at last, in a ruined and drowning world, held captive by the man. А, это который убил? Your friends poisoned you and dumped your body in the river. Did they do it to protect themselves, so no one would ever know what they'd done? Ты главный у них, да? А, в смысле, нет, чужой он вообще сам по себе. А Дауд, который убил императрицу, это типа, да, главный вот этих вот ассасинов. Этот чужой мне немножко даже симпатичен. Ну, как-то такие речи интересные толкает. Так, я проснулся, на мне нет штанов, крысы рядом. Зачем я так вчера пил, да? Кажется, ребятки, не пейте, вообще ничего не пейте. А, главное, маску оставили, молодцы, чё. Сбежать из заключения. Мышки. Я сказал про того мужика, что выкинул снаряжение. Ну вот, я и говорю, значит, чужой это он сам по себе, он вообще вне времени, я так понимаю. Вот. А тот, который выкинул снаряжение, да, это походу Даут. Вот, сейчас погодите, я кое-что сделаю необходимое. Так. Сейчас, секундочку.
Вот теперь должно быть нужно. Так, умение. А, мне же также предлагают что-то прокачать. Не знаю, вот это качать или нет. Переселяться в людей еще на более короткое время. Но в людей это прикольно. Джей Джей, а зачем ты это рассказал? Ну вот зачем? Я как бы не просил рассказать, что, кем я буду и как. Так, а, кстати, а что у меня из предметов-то? Руны есть, монеток не оставили. Только сердце. Ну и, собственно, все, что на мне. Странно. Ой, блин. Как удобно, что вы у меня столько кирпичей оставили. Сорян. Не подумавши, ну вот. Да ладно. Слэг Джо. Так, заметка о награде за Корву. Да вот, быть может, эта история с Корвой маской именно организованная подстава. Но новоспеченный лорд Реген Хевлок во всеуслышание объявил, будто у него есть доказательства того, что Корва и человек маски одно и то же лицо. За его голову назначили 30 тысяч монет, но если Корва и вправду человек маски, это он сделал все то, что ему приписывают, награду должны удвоить. Коль скоро мы взяли его живым, то сможем выторговать еще больше, не сомневаюсь. Что касается Слайк Джоу, мы следили за ним неделю, и когда собрались его уже брать, он вдруг испарился. Возможно, он покинул город. Рульфио. Хлеб, обжаю. Счетоводная книга. Так, Крунинган устранен, уплачено. Саллард, Элизабет, Бут, неизвестный человек в маске устранился. Слайк Джоу в Корво. Так, я не поняла. Ага, господи. О, теперь должно быть точно норм. Прикольно. Послание Дауду. Музыкальное устройство, которое мы сняли с тела смотрителя. Пока оно работало, мы не могли применять специальные умения. Считаю, всем надо поближе заглянуть на это устройство. Секунду. Шарманочка, значит. Да, шарманка опять. Как там? Ну, что-то там играет шарманка. Приезжай на чужестранку. Боже, что я вспомнил. Ага, с вашим снаряжением. То есть я могу типа без снаряжения. Ух ты, рыбки. Блин, стрёмно, а теперь еще более стрёмнее. Это же затопленный квартал. А. Мерзость.
костяной амулет снаряжения, глогу удалду. Ой, главное, к снаряжению столько пилить. Да ну нафиг. Ну что поделать. Попробую-ка я проплыть рыбкой. Я так понимаю, откуда-то отсюда надо выплыть. Поскольку, по-моему, сверху я ничего такого не увидела. Ладно. А у меня, надеюсь, хватит маны? А, у меня один флакончик. Поэтому надо не затупить. Кохаяс. Блин, прикольно. Еее! Да блин, да выплывай давай, глупец. Выплывай, сказала. Какого фига? Чё тебя так не держит? О, рыбка это. Прибыла в Одессу одна из Амура, а в банде были урки шулера. Банга занималась темными делами. Она сидела, губчика. Я, видимо, как-то не так исполняю это творчество. О, тут еще рыбки. Не, хорошо, что у меня все линии есть, то они бы меня, наверное, сейчас покусали бы, по самое не хочу. Так, я, пожалуй, сначала за снаряжение. Так сказать. Тра-та-та. Ах! Блин. Не успеваю контролировать его, эти прыжки. Так, фонарики. Ага, можно по фонарикам. К сожалению, маны маловато. Блин. А, такое все отвратительное. Вот сейчас мне вот играть вообще не хочется, потому что оно такое мерзкое. А это кто? А это кто такие? А они мне не нравятся. Фу. Мерзко. Они плюются. Урка, ты мой Марионыч. Джей Джей Пой. О, мост. То есть, типа, можно... Наверное, сюда можно пройти. Так... Ну-ка, на всякий случай, я посмотрю. О, тут чуваки мертвые. Растения стреляются. Фу! Ужас. А тут чуваки мертвые. Ну да ладно. Я надеюсь, это... Они точно мертвые, наверное. Я надеюсь. Ух ты! Так это эти... Болт. Круто. Логово удал. Да нет, я сначала за снаряжение. С одной пулей? Для себя, что ли? А, так, немножко туплю. Такое бывает. Так, тихонечко, потому что мне не хочется никуда влипнуть, особенно когда у меня сейчас нифига нету. Вот, я надеюсь, эти штуки обходятся. Локово Дауда прям тут. Ладненько. Фу, мерзость. Мое снаряжение где-то тут. Блин. А так, куда там стрелка показывает? А, ну не так далеко. Так, эти там шелестят, а тут у нас что? Я так понимаю, они все мертвы. Наверное, можно
спокойно подойти. Почему такая музыка? Честно. О, мышки. И тут белые мышки. Что-то их много. Мне говорили, типа, ни у кого не убивай, будет все хорошо. Что-то не похоже. А, духовный бальзам. Походу, он им не помог. Что там? Еще хлеб. Монетки. Я смогу купить немного семги. О! Это их еще мало. Everybody dance, toots, toots, everybody no. О! О! Это же плакальщик, да? Или это просто какой-то человек? Хотя... Не, наверное, плакальщик бы он бы так не ходил. Хотя, блин, кто их разберет-то? Что-то я прям... Да не то. Показывает, что никого нет, а на самом деле иногда, когда заглядываешь, они есть. Нет, тут раз чувак, он греется. А нет, он все-таки плакальщик. Ну да, в чем он квартале, кому же еще быть. Так, я надеюсь, тут никого. А у меня тут еще мошка. Извините. Это я по тачпаду упала. Дневник Донована. Отрывок из потрёпанного дневника. День за днем уровень воды поднимался, и владельцы магазина все чаще бросали свое имущество на откуп прибывавшей мутной жизни и речным хрустакам. Это, наверное, вот эти мерзкие штуки. Все искали, на кого бы свалить вину за случившееся. Правда же в том, что процветающие Радшвар стирали с лица Донована вовсе не заговорщики, а обыкновенная людская лень и глупость. Дамбы, сдерживающие натиск воды, уже лет 10 никто не ремонтировал, и хватило одной дыры, чтобы все прорвало. Все села города были брошены на борьбу с чумой, и никто пальцем о палец не ударил, чтобы спасти наш квартал. С тех пор прошел уже год, я должен сказать, жить в месте, которое Реген давно забыл, не так уж и плохо. Вот такие пироги. Это тот же самый? Блин, мне не хочется идти туда. И крыс тут дофига, и какая-то флуоресцирующая речка. А, еще один. Жесть. Мамочки. Не, я лучше. Можно я лучше там посижу? Вот, честно, я лучше тут посижу. Я больше... Нет, все, пока, пока, до свидания, нет. Нет, спасибо, нет. Никак не хочу. А можно я опять на маскарад пойду? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Костя всегда может телепортнуться на фонарь. Ага. Главное, прокачанный этот, а как телепортнуться, так почему-то расстояние очень маленькое. Даже стоя рядом с фонарем, не могу на него телепортнуться. Фу, ужас. Тем более 2 часа... А, вот, все, 2 часа ночи, очень поздно. Я бы очень хотела пройти, но я никак не могу, очень поздно. Вот, отдыхать же надо, высыпаться. Даже на выходных, вот. А вас, ребята, я всех очень люблю. Особенно, которые рассказывают что-нибудь интересное, комментируют, там, анекдоты рассказывают, они сидят и говноедствуют, например. Вот.
Вообще адекватные люди меня всегда радуют. А особенно чудесный, прекрасный, замечательный Маля, в котором я очень благодарна, что он сегодня со мной был. Мне было гораздо легче. Вот. Да, всем спасибо, всем пока. В ближайшем времени, я думаю, еще увидимся. Услышимся и попробуем пройти вот это вот, вот это вот. Да. Может, у меня силы хватит мимо вот этих вот издающих страшные звуки и речки бензина пройти дальше. В общем, все. Всем счастливо, всем пока, приятной ночи, хороших снов, удачных выходных.